Лжеполицейского скрутили, когда он вымогал деньги у продавцов супермаркета. За вознаграждение он собирался стать покровителем торговой точки. В магазин он пришел под шофе и стал вести себя агрессивно. Приставал к кассирам. В этом бушлате с капитанскими погонами представился сотрудником полиции. Он требовал плату за то, что избавит магазин от всех проблем с законом. Встревоженные сотрудники супермаркета вызвали охрану и рэкетира задержали. Нами было предъявлено ему предъявить удостоверение сотрудника полиции. На что он ответил, что удостоверения у него нет и не было. Данную форму он купил на одном из рынков. Во время задержания лжеполицейский пытался сбросить форму служителя закона и сбежать, но ему это не удалось. Как вы можете пояснить ваше задержание? Чтобы меня схватили. Неизвестно за что. Предъявите удостоверение сотрудника. Я хотел хлеба купить. У меня хлеба дома нету. Дебошира доставили в райотдел. Выяснилось, к правоохранительным органам он никакого отношения не имеет. Зато на его счету уже есть одна судимость – за ложное сообщение об акте терроризма.